Привет! С тобой Вексель Реал и игра Enlisted. У нас аттракцион невиданной щедрости от гаджетов. Короче, в преддверии праздников они решили выкатить нам кампанию «Битва за Берлин». Как тебе ее показать? Вот так вот, вот эту вот. Она пока еще в ЗБТ, и не все имеют к ней доступ, но на выходные, вот пока идут майские праздники, 7, 8, наверное, 9 мая, можно будет побегать, пострелять, пару каток провести, в общем. Удружили нам так. Так что давай мы с тобой посмотрим. Вдруг ты не успеешь поиграть, я это сделаю за тебя. Начнем, да? Что мы начнем с тобой? Что начнем? Давай, наверное, союзников, да? Советов прокатим. Потому что я что-то вчера, короче, начал за ось. Знаю, что у них хорошие танки. Блин, у него перезарядка, капец, там выехал он ко мне навстречу Т-34, я с первого выстрела вынес ему двоих танкистов, и он перезаряжался, ты не поверишь, сколько долго, этот еще раза три, наверное, мне всадил, или два. Короче, он меня ушатал, Т-34-ка. Какое-то преимущество тут лоб в лоб с Т-34-кой вообще не, без шансов получается. Если ты с первого раза его не грохнешь, то тебе конец, реально конец. Поэтому давай возьмем союзников, советов, и постреляем, попробуем Т-34, посмотрим, что за она, как она будет себя вести в бою. Ну и, соответственно, посмотрим, кто там у них, пулеметчики, автоматчики, потому что тут тоже все разнится. Вот, скажем, в Нормандии союзники, англичане, пулеметы, там вообще отстой полный. Там начинаешь стрелять, если ты не лежа, у тебя вот так вот дуло только и в небо начинает стрелять. Немцы в этом плане лучше, пулемет у них. Мне больше нравится, у него нет такой отдачи. Это какая отдача? Вверх вертикальная, вертикальная такой отдачи. Сейчас посмотрю, что тут творится у советов, и посмотрим, что у немцев будет в этом плане. Давай, короче, все, начинаем. Меньше текста, посмотрим. Пока есть время, будем играть. Если честно, не уверен, сколько тут карт, и все ли мне удалось посмотреть. Ты знаешь, нормально у него двигается, быстро, в принципе. Башни, вроде сам такой верткий. Ну, этот немецкий танк тоже нормально так хорошо ехал. Единственное, что поворачивается как-то, и скорость помедленнее. Ну ладно, посмотрим в бою, что сейчас будет. Не знаю, хотел же добавить. Не знаю, что по поводу карты. Короче, явно не фугасы, да? Ты же видел же там только что. Короче, понятно. Где там немецкий танк, а? Ладно, давай дальше будем пробовать. Может, увидим немецкий танк где-нибудь поблизости. Заборы посносим немного. Так, не путаться под ногами тут. Что я там про карты говорил? Не знаю, все ли я карты видел, но та, что я играл вчера, мне очень понравилась, если честно. Танк, блин. Перезарядка явно быстрее. Ой, там еще один. Не знаю, в какой я мечу. Но этот, по-моему, меня уже заметил, да? Блин, что происходит? Я ж тебя вижу. Ты ж вон едешь. Понятно. Сейчас он мне жахнет, походу. Давай, давай, давай. Есть, его кто-то другой убил. Блин, надо подъехать. Походу, лоб в лоб с пантерой. Тоже не очень. Видимо, просто тот Т-34 знала, как меня убивать, стоять. Я уничтожил танк только что. Да я крут. Парни, поздравляйте меня. Я только что уничтожил немецкий танк. Он, по-моему, стоял ко мне, наверное, задом и был без никого. Пустой. Куда мы едем вообще все? Эй, ребята, мы куда? Где тут точка? Вон она, впереди.
Экипаж 5 человек аж, ну. Целая куча парней сидит тут. Самолеты, не знаю, еще не брался. Видимо, тут нам все отряды открыты. Можем посмотреть. Так, спокойно. Танк пытается отступить. Надо дать ему дорогу. А с кем он там воюет? Где вражеские? А, вон, вижу. Поздно я заметил, видимо. А кто его вообще убил? Что-то я не очень-то вижу, что кто-то тут рядышком был. Странно. Там маячил танк. Может, надо выехать? Давай попробуем. О, вот он. Ишь ты, ё-моё. Давай скорее. Один готов. Там вижу, еще один катит. Товарищ. О, в меня кидают. А, тройное убийство, отлично. Давай, стреляй, ну! Так сколько вас там, а? Блин, мне бы лучше танком заняться, конечно. Где там второй танк? Я попробую его убить, это важнее. По-моему, готов уже. Отлично. Давай тогда фугас возьмем. Потому что я видел, тут ко мне пытались подкраситься. Надеюсь, фугасы у вас серьезные, ребята. Так, подожди-ка, ты что там делаешь? Парниша засел деловой такой. Так, стоять. Я уже кого-то из наших, походу, давлю. Ну, вот две пантеры. Это ж правильно, панцер? Это ж пантера, если я не ошибаюсь. То есть у меня такой специалист в военной технике оружия. Я не в курсе. Ну, вот они две стоят. Пантеры, это не пантеры. Ну, тигр, что понятно, что тигр будет написано, а панцер. Так, ты мне закрыл весь обстрел. Дай проехать чуть-чуть. Не вижу я там никого, ребята. Так. О. Один танк там. А как к нему попасть? Ух ты, брат. Придется спускаться. Давай, может, объедем. Я вижу, он наш дружище поехал. Буду прикрывать его. Может, он уже не первый бой здесь на танке. Знает, куда ехать. Знает, видишь, уже ж едет он. Он едет, а я его прикрою немного здесь. Вроде не видно больше танков. Так. Этот готов, походу. И что? Ты куда поехал, боже? А, ну да, понятно. В принципе, дальше-то и некуда. Походу, надо заезжать. Давай я следом. Нырнем сейчас. Занырнем. О, брат ты мой. Да тут мы, видимо, не проедем. Беспонтово. Не буду я сюда заезжать. Я попробую объехать по другой стороне. Может, там есть какой-то проезд. Во двор там можно заехать. Сто пудов. Зря он сюда вниз закатился. Хотя, может, и не зря. Может, там прикрывает сейчас отлично. Но я не уверен, что там вражеских танков много будет, поэтому я поеду во двор. У меня вообще задача танки. Пускай пехотой занимаются пехотинцы. Вот если бы у меня был тот фугасный танк с Нормандии, там, с этот англичан, там действительно фугасная пушка.
уносит конкретно много врагов сразу за один выстрел. Так, покажись. Покажись, танки, где вы? Пока не вижу никого, парни. И никто не маркирует. Не могу я на бордюр заехать. Я вообще, по-моему, застрял. Ну давай, ну... Ты ж танк, ну давай, закатывайся. Я пока доеду, сейчас кончится бой. Не знаю по поводу, что тут легче. Ну, мы играли, в принципе, вчера неплохо. Я пару боев играл именно за защитников, за сторону оси. Тут, блин, мы ни разу не выиграли. Хотя, в принципе, так хорошо держались, столько киллов у всех было. И я вроде там настрелял так нормально. Все равно мы сливали раз бой за боем. Ё-моё. Ну как так-то, а? Да чтоб ты пропал, ты, боже ж ты мой. Я застрял. Зашибись. Ничего не могу сделать. Понятно, надо выходить, короче. Карта не предусмотрена для... А, где я тут застрял, что я не понял? Нормально же все. Что за фигня? Странно, подожди, давай еще раз войдем. Там, кстати, танк маячит. Может, я еще смогу помочь чем-нибудь? Что происходит? Почему? Что такое? Ну я ж... Блин, подожди. Короче, я не могу, ребята, тут вывернуться. Что-то странное. Все, надо выходить и бросать его. Надо, чтобы он взорвался. Походу, ему хана. Чтоб не мешало бы винтовочку какую-нибудь, хлопцы. Дайте что-нибудь пострелять. Танк едет, мама. Красиво так выехал. Может, я успею его жахнуть. А вон, блин, смотри, что там. Я, короче, повис на глыбе на какой-то. Понятно, блин. Все ясно. Так, где ты там был? Где-то ж был, блин. О, вижу. Трохи пострелять успею. Хотя сложно мне так прицелиться, когда он болтается весь. Вот, отлично, все. Я свое дело сделал, можно выходить. Так, парниши, кто мне винтовку даст? И вообще лучше, наверное, нападать снизу. Тут подвальчик есть. У них он встроенные гаражи даже в те времена были. Подземные. Счастливые люди, что сказать. О. Ну-ка, ну-ка. Что-то ты мне не то дал, дружище. Ой. У меня двустволка. Как жахну, мало не покажется. Не хочу я двустволку. О, пулемет, отлично. Сейчас мы проверим, что у них за пулемет. Давай-ка. Мы захват начали. Мы молодцы. С какой стороны тут? Напад... Ух ты, где был, а? Ты понял, блин?
Дайте что-нибудь ей, дайте пострелять что-нибудь. Хоть винтовку, блин. Хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй, не успел. Так, ладно, скорее пулеметчика берем. И побежали. Танк был прикольный, если бы он не застрял. Так что... Так, подожди, что случилось? Я ж выбрал точку, ну, алло. Хотя, ладно, давай эту. На этой можно появляться всегда. Здесь у него... Как пулемет этот называется? Ой, у меня тоже отдача дикая. Короче, понятно, такой же пулемет, как и... Такой же пулемет, как и у союзников. Короче, единственное, немцы, походу, отличились здесь. У них более-менее адекватная какая-то система. Ничего, мы попробуем еще. Лежа-то, в принципе, нормально, но лежишь, ты ж не будешь постоянно лежа стрелять. Хотя, если так логически посмотреть, пулемет вещь тяжелая, я думаю. Лежа только и надо стрелять с него. Ладно, давай посмотрим, что тут где делается. Я здесь не пройду. А я думал, можно. Ладно, пошли нападать. Сколько здесь заряд? 63 патрона. Ну, так неплохо, так ты знаешь. В принципе, не кисло такой зарядик пулемета. Упс, держите. Так. А откуда вы нападать будут? Отсюда, что ли? Нет уж никого. Откуда вы, ребята, нападали? И будете нападать? А что так быстро-то? Мы что-то не встретили никакого, если честно, сопротивления прям. Берлин пал. Причем очень быстро. Даже сил. И лучшая игра на технике. Это я повисел на танке и лучший игрок на технике. Круто. Видишь, как надо играть. Три танка уничтожено, в принципе, да. Неплохо. Еще успел 21 человека даже пострелять. Красиво, красиво. Так, 4 боя в отрядах выиграть. Ну, Нормандию я не смогу. Захватить стратегическую точку мне нужно было. Я почему-то не захватил. Давай, 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 давай еще разок. На советах, а потом перепрыгнем резко на немцев, посмотрим. Потому что на советах я еще не всех посмотрел. Мне вот снайперы интересно, что за они тут. Ну, вот смотри, другая карта уже. Какой-то Кёнигсберг-плац. Тоже какая-то, значит, придется привыкать к новой. Взял автоматчиков. Тоже интересно за них поиграть, посмотреть, что у них новенького. Ну и они мобильнее всего. Пулеметчики медленно бегают, снайперы в ближнем бою не совсем тот отряд, которым захватывать что-то нужно. Так что автоматчики для захвата, мне кажется, само то. Ой, к нам там уже... Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас-сейчас-сейчас, подождите. Вот, знаешь, блин, мне понравилось. У него нет навесной такой... Все, понятно. Ясно. Нас всех расшатали. Теперь снайпера возьму. У него не было такой вот, как у немцев, знаешь, с навесом пули летят. Надо же чуть-чуть выше было поднимать. Он более-менее ровно стреляет. Мне понравился вот этот вот... Что у него там за автомат был? ППД, ППШ, как это правильно называется. А что мы тут можем сделать? Что-то ж можем, я думаю, сделать. Ой, я думал, тут пулеметик будет стоять нам в помощь. А тут его нету. И тут нету, да? Значит, рассчитываем только на свои силы, да? Там танк. А где мне позицию, парни, выбрать какую-нибудь хорошую? Такое ощущение, что отдачи в винтовке вообще нету. В снайперской. Ще шикарно стреляет.
Так, убили меня. Ну, это понятно. Убили, это не столь важно. Но снайпер классный, конечно. Прикольно. Так, 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 снайперская СВД у меня есть. Сейчас, подождите, дайте займу позицию только. Боже, не убивайте меня, я не хотел, я нечаянно, отстаньте. Ой, там танки. Там танки. Так, а ты далеко танк? Далеко, я до него не докину, походу. Скорострельность такая, блин, классная. Вообще мне нравится эта винтовка, супер. Так, парни, кто-нибудь убейте танк, а? То есть так дальше пойдет, мы мост даже не захватим, ну. Ого! Ай! Ну, что ж сказать, высунулся и не докинул нифига. Ну что, давай, Т-34, покажи себя. Ты что тут стоишь? Танки взрывать будешь, тени? Так, подожди, в лоб, в лоб. Попал же в пулемет на это гнездо, должен был его расшатать. Маску попал. Походу бесполезно. В маску бесполезно стрелять получается, да? Ну да, в маску бесполезно. А тут как-то да лучше. Куда ему тут лучше выцеливать? Бочину немножко пробил, кстати. Ну-ка, давай. Он с одной стороны, я со второй. Мы сейчас их довинем, парни. А, все. Мы танки же зашатали. Ты что такой живучий, эй? Мультиубийство. О, эй, не красьтесь. Крадетесь вы, тараканы. Наглые, блин, это тут, ты видишь, что он делает, а? Я стреляю в танки с пулемета, а он на меня бежит. Гранатой? Не, чувак, не прокатит. Гранаты танки ничего не делают. Тут только динамит поможет. Ой, меня что-то еще кинули. Надеюсь, мимо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я тебя видел, гад. Блин, у меня дуло ниже не опускается. Ай. Блин, мне надо как-то отсюда уехать. Меня сейчас закидают чем-нибудь. Сто пудов. Я ж один не справлюсь здесь, ребята. Есть контакт. Боком повернулся. Это твоя ошибка была, дружочек. Кто-нибудь мне поможет танк убить, не? Где еще один танк? Едет, не? Ребята, я вам освободил путь как мог. Давайте захватывать, ну.
Так, это не танк. Едет. Блин, их там два. Оба едут. Оба на меня. Ну, выезжай. Так, вроде кого-то грохнул, но я его до конца не убил. Блин, проедет же сейчас. Отлично. Так не получится. Кончились патроны. Блин, я не пробью ему маску. Как-то мне надо, куда ему мне садить? Блин, в днище. Давай. Есть. Я ему, походу, механика грохну. Ну-ка, еще раз. Ой-ой-ой, не получится. Подожди. Давай еще раз. Стой. Стой, 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 стой. Давай в пулеметное гнездо. Не получилось. Он мне ответил жестоко причем. Так, кого? Автоматчика. Попробуем захват произвести. Ребята, блин, поддерживайте. Чё, не стойте. Бежим. У нас заканчиваются очки поддержки. Вы чё? Осталось совсем чуть-чуть. Ой, снайпер. Твою ж дивизию. Из дома снайпер стреляет, а там даже и пулеметчик, по-моему. Понятно. Так, ладно. Что я подобрал? Карабин Мосина. Нет, это не то немножко. Наших выбили, да? Спокойно, спокойно, спокойно. Не получилось. Спокойно, спокойно, спокойно. Держи, фашист, гранату. Так, ну в кого-то попал. Нет, ну почти доползешь. Так, подожди, дай. Тут надо прикрывать. Видимо, понятно, почему наши прорваться не могут. Они сейчас заняли там, походу, ближайшие дома снайперы и отстреливают всех. Это, ребята, проигрышный вариант. Это, ребята, конец проигрыш. Да еще так далеко, я даже не вижу, где они там. Так толком и не снимешь никого даже. Сейбот. А что ты тут делаешь, сейбот? Откуда его стрелял-то? Как он забрался на нашу сторону? Где-то штук был, да? Надо его убить, пойти. Он же спокойной жизни нам не даст. Короче, у них, я смотрю, неплохой бомбометатель. Ладно, давай еще раз танк. У меня танком более-менее адекватно получилось держать обстановку. Там у них танкисты вроде ни о чем. Парни, кто-нибудь маякнет, где танки их вражеские? А? Не видно ж ничего. О, я заехал. Ни туда, никуда надо. И давай ты не повиснешь сейчас опять на камушке, а? Двойное убийство, отлично. Вижу, там ковыряются. Ага, еще один.
давай подъедем чуть побольше, чтобы нашим парням поспокойнее было. Блин, походу давлю кого-то. Вон они где все тусуются, а. Заразы такие. Я, походу, на мину наехал, что ли. Не показывает. Так, ну что мы сделать можем теперь? Я вообще без понятия, что теперь делать. Под мост, что ли, нырнуть? Странно. Неожиданное, короче, поворот дел. Ну тут, блин, сложно. На мосту все простреливается. Как тут что сейчас сделать? Я вообще без понятия, парни, если честно. Надо, чтобы разделили все свои... Как это выразиться? Чтобы каждый знал свое место. Вот он, этот сейбот, где, да? Я понял. Вот эта зараза, где торчит и всех нас убивает. Блин. Ой, так у него там еще точка. Ты что такой живучий, а? Капец, блин. Оригинально. Ладно. Что делать, я даже не знаю, парни. Как близко я могу к нему подобраться, чтобы он меня не убил. Это не сейбот был. Где он там? Это тоже не сейбот. Ах, яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, почти добрался. Там у них точка, парни, надо расстрелять. Все, носочки подкрепления закончились, блин. Плохо. Очень плохо, 40 секунд осталось. А наш танк что делает? Что ты делаешь, наш танк? Здесь так далеко. Уничтожаешь пехоту, молодец, молодец. Короче, это проигрыш, парни. Ничего мы уже не сделаем. Мы, походу, даже не захватываем. Ну, куда ты смотришь? Что ты делаешь, боже? Ну, они вон там точку поставили сбоку. Выходят свободно нас с фланга, всех убивают. Блин, капец. Походу, всем пофигу. Поражение. Сейбот на первом месте, этот негодяй, да? Мегамер, пилот-штурмовик, пулеметчик. Герои битвы. Герой здесь только один, ребята, да? Первое место в команде, техника на танкистах. Хорошо, два танка. Сыграли мы, в принципе, хорошо. Нас было больше, но мы почему-то ничего не сделали. Ладно, давай мы теперь, ну, понятно, в принципе, все ясно, давай вот что мы сделаем. Так, в обеспечении, где эти? Я же вроде сегодня смотрел дропсы, хочу пистолет, еще один нету. Ладно, не будем ждать. Давай сейчас, ну, один бой так, ради прикола, посмотрим, что там происходит со стороны обороны, как это удобнее, неудобнее играть. Видимо, зависит тоже от карты. Вот мост простреливается, попробуй его захватить, да? Да! О, танк уже не могу взять, отлично. Ладно, давай снайперов возьмем. Может, все-таки как, я так полагаю. А нет, тут захват, тут не только оборона. Тут захват тоже есть. Типа, кто больше точек удержит. С этой картой я не играл, по-моему, еще... Надо привыкнуть как-то. Где мне тут присоседиться, приснайпериться? Дайте мне точку повыше. Чуть-чуть хочу.
Сейчас посмотрим, на что способны эти снайперы здесь. Оп. Эй. Так. Стоит! Стоит! Ты будешь... Как ты... Что происходит? Боже мой! Ну, залазь. Чё ты стесняешься? Так я никого не вижу. От Седова. И от Седова не вижу. Что тут у меня ближайшее? Е. А, вижу. В принципе, неплохо. Винтовка, я бы не сказал бы, что такая же классная, как... СВДшка отлетает как-то по-дурацки, конечно. Но бьет, в принципе, в цель. Что еще надо для полного счастья? Дерево мне мешает играть. Вон то. Промазал. Ну, они все скоптили с Е-точки. Да? Ой. Так, стой. Надо поменять дислокацию. О, привет, дружище. Тут лестница была, я мучился. Не нравится мне это место. Ничего не вижу. Мне бы запрыгнуть повыше чуть-чуть как-нибудь. Есть тут возможность на крышу забраться, парни? Нету, наверное, да. Ай, мамочки, помогите, я упал. Наш танк здесь тусуется. Молодец. Что у нас все точки позабирали? Как жить-то дальше будем? Парни, вы чё? Это наши. Спокойно, парни. Дайте сейчас. Сейчас мы найдем место, где можно пострелять. Пострелять. Постреляли. Так, давай танк возьмем. Посмотрим, как он себя в бою поведет. Кто меня убил? Сейчас я к тебе приеду. Башня как будто бы немного быстрее поворачивается. Или мне уже кажется. Ну, что ездит медленно так же корыто, то это понятно так же, да. А, так это Д, она рядом была, она захвачена была. Вот откуда меня, походу, сняли. Так, у нас на одной стороне есть танк, давай-ка я поеду на другую. Хочу посмотреть на Т-34, как она разберется с моей стороны. Перезарядка у меня точно по времени дольше, чем у него, у них. Да остановись ты, блин. Остановись, тебе сказали. О, класс. Кто меня там чем, я вообще не в курсе, если честно. Ладно, давай-ка. Возле Б-точки возродимся. Там С рядышком. Может, сбегаем. Парни, мы все попали в тупик. Идем назад. Где тут можно забраться? Есть какие-то тут. Ты прикалываешься здесь забраться. Пока бы забегал, бы все ноги поломал бы 100 пудов. О, С точка. Пошли на С. А это можно пробить? Видимо, нельзя. Ну, по крайней мере, с винтовки. А, помню. Ну, по-моему, первый бой у нас был так отсюда.
Упс, держите. Ой, нам в ответ что-то киданули. Спокойно, сейчас подлечусь и продолжим. Что к ножом? Ай-яй-яй-яй, что произошло? Да хиш ты, ё-моё! Отстань, блин. Так, Б-точку захватили. А, все, я понял. Ну, на нас уже сзади нападают. Ё-моё! Куда катится наш мир? Не успели занять точку, уже отбили. Так, теперь вот, давайте-ка пулемет немецкий опробуем. О, быстро. Я даже толком попробовать не успел. Ну, по крайней мере, его не вело вверх очень сильно, но он начал ходить по кругу. Мне вчера показалось, что он лучше в этом плане. Короче, ты, блин, под перекрестный огонь попали. Опа! Ничего не получилось. О, брат, ты мой, тут вообще не вылезешь. Попробую проскочить на Б. У меня двустволка, ближний бой. Если выбегут оттуда, моя дробь не долетит, походу. По-моему, в меня только что целили. Сейчас захвачу Б-точку. Ай, ты что? Ты, блин, не успел. Так, ладно. Попробуем еще раз танком. Если попробовать по стороне вот А, Б, С, здесь вдоль прокатиться. Захватили Е. Молодцы. Я еще пока ничего не захватил. Короче, мне за советов что-то в этот раз больше понравилось играть. Но я вчера не пробовал за них. Я побегал немножко за немцев и выключил. Думаю, лучше сегодня на свежую голову посмотрю. Но вот сейчас вот смотрю и понимаю, что вот реально мне было легче играть сейчас два боя. Там и танк побыстрее был, чем эта карта долбаная. Где там их Т-34-ки? Хоть одну за бой дайте посмотреть. Ты куда кинул гранату? Свои все. Где ваши танки, а? Кто-нибудь маякните, где танк? Поставьте маркер. Не вижу ни одного пока. Так. Маркеров нету, парни. Так, стоять. Это, по-моему, не наши. Не заряжается, наверное, точно так же. Мне, походу, показалось, что у них перезарядка разная. Ну, шел, походу. Ну, попробую прокатиться немножко вперед. Может, увижу вражеский танк. Видишь? Да ёшкин кот, попробуй попади. Короче, это не танки для уничтожения техники, однозначно. Это что-то непонятное для уничтожения других танков и все. Ну, еще есть, конечно, пулемет. Он очень быстро кончается. Так. Гусеница повреждена. О нет, это был там этот. Это был не танк однозначно.
Все, понятно. Всех моих уничтожили очень быстро. Давай попробуем еще раз. Артиллеристов немножко постреляем. А у них вообще танки есть на их стороне? Ничего, никого не вижу. Пойду на Е схожу, что ли. А, вижу. Вижу вражеский танк, парни, вижу. Ой, меня походу заметили. Меня заметили! Дружище, лечись. Родина тебя не забудет. Так, это что за здание? Его можно насквозь пройти? Где-то там есть. Недолет. Недолет. Недолет, недолет, но меня никто не видит, в принципе. Так, ты куда делся, только ж был. Парни, ховаемся в ямку. Только ж была толпа. Где уже все делись, а? У меня, парни, больше бомбов нету. Все закончились. Танк, ребята, танк тут. Здорово, чувак. Я бы тебя ножом потыкал, но это, походу, бесполезно. Это наши. А где они наши будут нападать? С той стороны. Ну да, вроде кто-то бежит. Ой, мамочки. Ой, мамочки, граната. Я сейчас вообще точку захватывал или просто так лежал? Мне бы тут по заданию вообще-то точку бы одну захватить бы не мешало бы. Так-то. Они меня не видят. Я лежу себе среди трупов. Ой, фу. Как некрасиво. У него нога разорвана в районе колена, походу, боже. Да. Опаньки! Это конец. Хотел, было желание у меня сейчас подняться и попытаться ее выкинуть, но это все равно бы, я думаю, не успел. Пока бы поднялся, пока бы подбежал. Ай, ладно, в следующий раз попробуем. Так, спокуха, парни. Где тут кто что захватывает? Сейчас разберемся. Нормально так, нормально, в принципе. Как? Не видно ж никого было. Откуда ты? О, там еще и дверь какая-то. Что, дивизия? Не попаду, я его еле вижу. Я его еле вижу, парни. Ай, ну как так-то? Почти все получилось. Почти. Так, что вот это за точка? Ну-ка, дай-ка я попробую отсюда посмотреть. Блин, мы почти продули. Мы почти продули. Есть тут какая-нибудь точка повыше немножко? О, лестница. Закончилась лестница.
Тут еще одна лестница тоже закончилась. Я пока сейчас место буду искать. Мы проиграем, парни. Где тут есть как-нибудь подняться чуть повыше, а? Ну, когда сложно, когда на этой карте не играл много. Найти места хорошие для обстрела. Так, это Б-точка, это же вообще здание. Тут мне снайпером-то и делать нечего, в принципе. Дверька открывается, нет? Что, я отсюда ничего ж не увижу. В принципе, так-то, в принципе, местечко хорошее. Единственное, что это конец игры уже. Их, почти, я думаю, я в него попал. Короче, в этом бою я занимался непонятно чем. И 7-е место мы продули. Ну, зато точку захватил. И у меня боевой пропуск сыграл, да? Что я там получу? Бесплатно что-то зелененькое. Забрать награду. И что в ней? Серебряная заявка на вооружение? Ну ладно, согласен, пускай будет. Следующая бесплатная уже солдат. Ух, долго ж добираться до первой золотой. Сколько здесь золотых бесплатных будет? Одна всего лишь. Она на каком? На 40-м левеле. Ой-ой-ой-ой, как далеко. Ладненько. Что мы вынесли из этого всего? В принципе, прикольно. Я из этого вынес, что здесь прикольно. Карта интересная. Здесь можно разгуляться и огнеметчиками, и автоматчиками, и пулеметчиками, и снайперами. Ну, на танках я бы сказал, что здесь удобно. Он на камушке повис, и все, и висит. Хотя вот если брать карту с этим... С мостом-то было интересно. Ладно. Я думаю, хорош на сегодня. 3 боя вполне достаточно, чтобы оценить ситуацию. Как тут что все происходит. Если тебе понравился ролик, ставь лайк. Заходи ко мне на канал еще. Ну, увидимся, пока.